Не снилась осень в полусвете стекол. Друзья, и ты в их шутовской гурьбе. И как с небес добывший крови сокол спускалось сердце на руку к тебе. Но время шло, и старилось, и глохло. И павлок и рамы серебря заря из сада обдавала окна кровавыми слезами сентября. Но время шло и старилось, и рыхлый, как снег, трещал и таял кресел шел. Вдруг громкая запнулась ты, и стихла, и звон, как отзвук колокола, смолк. Я пробудился, был, как осень, темен рассвет, и ветер, удаляясь, нес, как за вазом бегущий дождь соломин, череду бегущих по небу берез. Сегодня 10 февраля 2015 года, и сегодня 125 лет со дня рождения моего любимого поэта Бориса Леонидовича Пастернака. И, кстати сказать, сына очень известного художника Леонида Осиповича Пастернака. Это малоизвестный сейчас факт. Вот у нас такая книга его отца, замечательнейшего художника, который был знаком с Львом Николаевичем Толстым. И в этой книге есть портрет, который нарисовал Леонид Осипович, это портрет его сына, замечательного писателя Бориса Леонидовича Пастернака и, как всем известно, лауреата Нобелевской премии, которую он не получил. И сегодня у нас программа «Наизусть», мы ее продолжаем. И сегодня у нас будет «Пастернак наизусть». Кто начнет? Не как люди, не еженедельно, не всегда в столетие раза два. Я молил тебя, член раздельный, повтори творящие слова. И тебе ж невыносима смесь откровений и людских неволь. Как же хочешь ты, чтоб я был весен? С чем бы стал ты есть земную соль? Мать, не так, да. Начнем. Февраль достать чернил и плакать. Писать о феврале назрыт, пока грохочущая слякоть весной черную. Достать пролетку за 6 гривен, через благовесть, через стук колес. Перенестись туда, где ливень, и еще шумнее чернил и слез. Где, как обугленные груши с деревьев, тысячи грачей сорвутся в небо и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер воздух. И воздух криками изрыт. И чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыт. Стрижи. Даша. Осень. Я дал разъехаться домашним. Все близкие давно в разброде. И одиночеством всегдашним полно все в сердце и в природе. И вот я здесь с тобой в сторожке. В лесу безлюдно и пустынно. Как в песне стежки и дорожки позаросли наполовину. Теперь от нас одних с печалью глядят бревенчатые стены. Мы, брать преград, не обещали. Мы будем гибнуть откровенно. Мы сядем в час. И встанем в третьем. Я с книгой, ты с вышиванием. И на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. Еще пышнее, бесшабашней, шумите, осыпаясь листья. И чашу горечи вчерашней, сегодняшней тоской привысти. Привязанность, влеченье, прелесть, рассеемся в сентябрьском шуме. Заройся вся в осенний шелест. Замри, или ополоумей. Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья. Когда ты попадешь в объятия в халате шелковую кистью, ты благо гибельного шага, когда житье тошнее недуга, а корень красоты — отвага, и это тянет нас друг к другу. Хорошо. Борис Пастернак, 1915 год, Стрижи.
Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать голубую прохладу. Она прорвалась из горластых грудей и льется, и нет с нее сладу. И нет у вечерних стрижей ничего, чтоб там наверху задержало ведьственный возглас и ход торжество. Смотрите, земля убежала. Как белым ключом, закипая в котле, уходит брачливая влага. Смотрите, смотрите, нет места земле от края небес до оврага. Август. Папа мне его читал в юности, поэтому оно мне запало, а потом я и сам его открыл. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановую, от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вышли толпою, брось и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому. Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора. И осень ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский, ногой трепещущий ольшанник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершию, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое, умершее, чтобы вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически, спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой, правический, звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская, и золото второго спаса смягчи последней лаской женскою. Мне горечь рокового часа прощайте, годы безвременщины простимся, без неунижений бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в свете явленный, и творчество, и чудотворство. Ну, хватит, да? Да. Хорошо, отвечать.